если сейчас будет вот, вон с правой стороны, вижу парковку, но если туда будет заезд. Хотя эта штука нас ведет дальше. А флажочка еще нету? Нет, флажочка еще дальше. Значит, надо ехать дальше. А, вот парковка хорошая. Да. Но она платная, смотри. Там шлагбаумы стоят. А-а-а. Здесь просто так машину не поставишь. Это тебе не Омаха. Все черело, огоньки зажглись. Да, красиво. Мне кажется, вот здесь на набережной очень дорогие апартаменты. Вид какой, да, из окна? Ну да, именно из-за вида. А там смотри, аж этот. Хочешь? Ну там дальше там вообще какой-то пароход, теплоход, я не знаю. А, ну неудивительно. Здесь озеро сухотоходное. Да, да. Саш, мне кажется, этот пирс, это где вот это обзорное колесо? Колесо обозрения. Да, интересно, как туда попасть? Ну, у тебя навигатор отведет. На Гранд Авеню. Если показывать, что надо, будет направо ходить. Здесь, кстати, очень интересно, заметил такую вещь, что такси белого цвета, ну, как бы есть разного цвета, а есть вот такси белого цвета и с голубой полосой. И вот если обратить внимание на машины полицейские, да, то тоже вот белая машина с голубой полосой. А у нас черные машины, да, полицейские? У нас черные, да. И черные с белым. А что, тебе навигатор так, не говорит? Честно, я очень серьезно. Там это второе движение. О, Саша. Это ну ты даешь. Они, наверное, посмотрели номера, поняли, что деревня приехала. Омаха, деревня Омаха. Тесла поехала. Так, ну что же сказать. У меня так телефон болтается, люди будут жаловаться. Ребят, вы извините, потому что, ну, проблема в том, что я города особо не знаю, то есть и... Так, а мы же уехали с озера. Да, но мне навигатор показывает еще как-нибудь. Сейчас доедем. Он сейчас тебе еще здесь флажок нарисует. Пирс в центре города. Интересно, здесь есть вот, вот юберы, даже женщины работают таксистами, наверное, очень... А же женщина не человек? Нет, почему? Я говорю, что любой человек, в принципе, мог, как бы, работать, может работать в юбере. Была бы машина так подходящая. Крестики такие сзади горят. Mm-hmm. А для чего крестики-то? Ну, так сделано. Смешно. Дип. Так, нам налево Fairbanks. Что когда так вот? В одной каждый, куче. Каждый участок дороги, каждый участок города, он ценен. И поэтому все вот скомпоновано так. Конечно, выходит на дорогу и идут просто спрашивают. Ну и что? Не, не, не.
надо еще раз налево. Куда там она? На Охайо стрит. Вау, такой видок. Такой видок. Такой видок, видок, видок. И куда пошли-то, орлы? На красный? Прям все с копом? Ай-яй-яй. Вот это деревня индусская. Я извиняюсь. Чикаго. Большая индусская деревня. Не, ну индусов здесь половина населения. Ну, да. У меня по ощущениям. У меня тоже такое ощущение возникает. Больше, чем белых. Куда не посмотришь, везде индусы. Есть сплошные индусы. А это что такое за автобус такой интересный? Каменные джунгли. Да, запутаться очень тяжело, легко. Чуть-чуть этот... Особенно, если ты приезжий. Особенно, если ты приезжий. То есть нужно только смотреть в этот, в навигатор. А если навигатор завис, тогда весело. Ну, а если голова зависла, то это уже не лечится. Ты здесь я повернул? Да, то есть... Получается, сделали дубль 2. Крюк. Саша, какой дубль 2? Ты что, издеваешься? Второй раз я им пойду. Саша, я это уже снимала. Вот такие солидные люди ходят в пиджачках. Вот там. Где ты на нем пиджачок увидел? Рацию я на нем увидела, пиджачок нет. Вау, поехал. 350-й. Мечта идиот. Ты себя имеешь в виду? Я честно не понимаю. Тут люди выскакивают резко на, ну, поперек движения. Слушай, а фиг, кстати, поехали кататься просто по городу. По городу? Ну да, ну, да, хорошо. Потому что просто нас пирс отменился. Значит, поедем просто кататься по городу. В общем, мы решили не ехать на пирс, а просто хотим покататься по городу, потому что, ну, я не думаю, что на пирсе что-то увидим, сейчас потихонечку поездим по центру основная города. Основная красота вверху, а ее телефон не захватывает. Да, мужичок, мы тебя пропустим, а то ты пиццу уронишь. Маленькую на одного взял, что ли? У него пиццочка такая крошечная. Да. Слегка косо висит, да? Ну, так вот, да. В общем, так, город, это, эти кадры должны обязательно попасть. Город, где каждый должен побывать. В этих каменных джунглях заблудиться нужно каждому. Да, это точно. Мы так сильно заблудились, что решили здесь остаться и кататься дальше. Ну... По поводу сейчас мы едем без цели, дальше. Просто снимаем улицу. Да, просто снимаем сейчас улицу. Home Food Market, смотри, он очень популярен здесь, там толпа народу в нем. Вот с правой стороны можно увидеть велорикшу. Велорикша. Вот парнишка, кстати, молодой, спортивный. Быстро уехал. А это, смотри, вот арендные велосипеды эти. Как они называются? Ди? Оди? Не знаю, как она называется. Захватывает, видишь, этот... Приборку? Угу. Значит, понять. Это экскурсионный... Эй, эй, эй! Экскурсионный автобус. Вот как это красота. Ну, мы и тут красоту, мы везде... Всю красоту не захватишь. Да, поэтому Sheraton.
В общем, мы едем, не знаю куда. Ну, какой дядечка идет, солидный. С такой бородой? На Толстого похож. Бородой похож, да. Люди живописные. А там что-то одни девушки только. У них девичник? Не знаю. Но сел вот с этой, с машины справа, тоже тогда на них посмотрел. А мы заехали под низ, в этот, в туннель. А, какой-то туннель. Дорога ушла вниз. А наверху тогда что, небоскребы? Пешеходная зона? Не знаю, наверное, дорога какая-то красивая. Я думаю, что в Чикаго, наверное, все ездят по навигатору, потому что вот парк, который мы проезжаем сегодня. Что-то тут длинная набережная. Самое место тусовок, наверное, это вот на этой набережной. Это и есть луп, да? Петля, где эти небоскребы, набережная и речка. А что это летит? Самолет? Наверное. Слушай, тут такое... А вот он, Миллениум Парк, мы тут уже были. Да, там, в общем, стоит диджей, и он заводит публику. Веселит. Да, веселит публику. Там не то, что кто-то стоит, а не выступает. Там в основном мы не видели в нем, что танцевал. Все в основном сидели, общались. Вот он летит, это вертолет. А в телефоне его нету, парадокс. Птички поют, несмотря на то, что здесь такой шум гам. Бип. Машины очень любят бибикать. Невоспитанные. Ну вот смотрите, что произошло, да? Вот тут два мотоцикла стоят, значит, машины припаркованы, вот Hyundai какой-то стал. И вот эти Infiniti и еще там машины перестали просто чисто тупо перестраиваться в левый ряд, да, то есть. Поэтому нужно быть очень аккуратным при вождении в Чикаго. Просто потому что... Ой, Саш, водителем работать лучше в Омахе, я тебе скажу. Я смотрю, как здесь ездят машины. Это, в принципе, после вождения в Москве, как бы... У тебя опыт есть, да? Нет. Стрессоустойчивый стал. Если куда-то спешить... А здесь все спешат. Вот, кстати, этот... Вот этот парк, Гранд? Наверное, да, вот он. А может, здесь погуляем? А сейчас парковаться, искать место? Да, здесь хочешь погулять в красивом месте, и проблема, что негде встать. Поэтому... Тут вон машины просто вдоль дороги запаркованы. Ну, да. Но мы не знаем, сейчас запаркуемся, и нам машинку увезут. Ну да. Неизвестно направление. Наверное, потом... сейчас может быть даже интересно посмотреть на ночную Чикаго. Ну давай просто будем ездить по улице снимать. Мне кажется, может быть даже тебе камеру лучше дать. С камеры удобнее снимать. Мне удобнее на телефон снимать. Я камеру терпеть не могу. Терпеть не могу. Поскрёб бы. Это их не продолжение, это другая часть петли. Вот она, петля идет, этот луп. Эти небоскребы все в основном по берегу озера. И в Омахе тоже даунтаун на берегу речки. Сколько стоит квартира на самом деле? Лям. Много денег, конечно.
так не играю. Мигнул и все, да? Да, left turn signal. А мы вот это тоже снимали, такой автобус прогулочный. Только в том музыка была.